Рассказывать в своей стране о Самаре как о городе больших возможностей. Такое обещание дает мэр города Тхоньон. Руководителя корейской делегации вдохновляет рассказ главы Самары об объединенном университете. В вузе мирового уровня выделена квота 8% на обучение иностранных студентов. Мы приложим все усилия, чтобы студенты, изъявившие желание учиться в объединенном университете, получили такую возможность. И думаю, что со своей стороны мы сформулируем еще ряд предложений по созданию рабочих мест, по привлечению инвестиций. Если таково желание будет со стороны города Тхёнъён или, может быть, со стороны наших инвесторов вложить инвестиции, принести инвестиции в ваш город, мы такие предложения подготовим. Самарские власти и представители города Тхоньон обсуждают направление дальнейшего сотрудничества. Оба города богаты культурными традициями. Представители договариваются принимать на своих площадках творческие коллективы города-партнера, участвовать в фестивалях, а также наладить обмен молодежный. Обсуждается и развитие взаимного туризма. Наш город – туристический город. В год мы принимаем 6-7 миллионов зарубежных гостей. Но и корейцы тоже выезжают за границу. В России они ограничиваются городами Москва и Санкт-Петербург. Но мы подумаем, как в этот маршрут включить и Самару. Мы вчера погуляли по набережной и были в восторге. Видели ракету и были на концерте филармонии. Такой город определенно заслуживает внимания туристов. Главы обоих городов подписывают меморандум о дальнейшем сотрудничестве, обмениваются подарками и договариваются развивать и укреплять партнерские отношения. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.